Людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Главные качества этого имени – сила, стабильность, надежность, пунктуальность. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. При определении индивидуальных черт характера представители этого имени связывают с практичностью, трудолюбием и самодисциплиной. Избыток или недостаточность троек в нумерограмме указывает на упорство на грани упрямства или лень и инфантильность соответственно. Порядок, методичность, хозяйственность, уважение к деньгам и материальным благам, практическая смекалка, честность, чувство ответственности, трудолюбие, серьезность. Эти качества соответствуют владельцу имени. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Сложности с проявлением собственных чувств, отсутствие гибкости в отношениях с людьми и окружающим миром – эти люди – отличные защитники свободы и прав человека. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелкими. Эти люди ответственны и терпеливы. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.